Вот это вопрос. Сейчас гражданский ВПК, так будем его называть, выяснил, что нужно делать мобильные РБВ системы, идти на перехват, если есть у вас информация, что что-то летит, делать зоны отчуждения, где перехватывать, чтобы она не падала на головы там, объекты. Это все уже как бы заложено и работается в этом плане много. Но опять существует проблема понимания, что в связи с вот этими боевыми действиями все, кто знал такое понятие, что такое РЭП, оно умирает. Потому что вы видите, что везде говорят о том, что перешли на другие частоты. Используют не только частоты разные, а используют вид сигналов и модуляций. Это все помеха устойчивости. А потом, кто мешает им вообще ничего не звучать и ничего не принимать? Если нету, как наводиться? Если у дрона, не будем говорить воздушного, подводного, наземного, нету приемника, как вы на него будете воздействовать РЭБом? Но встречаются, конечно, специалисты, говорят, что РЭБ воздействует на передатчик, но это уже, конечно, профессионализм у этого. А вот, то есть, если у него нету приемника, РЭБ бесполезен. Сразу. Значит, его надо ликвидировать другими способами. Потому что все думают, я обнаружил аппарат, все, сейчас я его погашу. Посчитайте скорость полета дрона и когда ты успеешь реагировать. Второй вариант, о котором мы сейчас не затрагиваем тему, но она к ней нужна, я объясню почему. Вы спрашиваете про специалистов. У нас они пополняться не будут с такой скоростью, с которой мы хотели. Почему? Потому что когда спрашиваешь специалистов известных корпораций, вот нам предложили антидронное ружье, а сколько секунд можно на нем работать? Он смотрит на тебя, как на барана, все время можно на нем работать. Сколько хватит питания? На самом деле мы проводили испытания не более 12 секунд в этом диапазоне. Ребятки, вы что, детей не хотите иметь? Вы не знаете, что такое онкология? Когда нам эту гарпию, извините, там же много уголовных дел идет, и показывают рыбовские системы, которые боец носит за плечами с вертикальными антеннами в диапазоне там 66 гиг с мощностью 100 ватт. А вы что, не проходили в школе, что это такое, да? И как оно здесь, на затылок, да, еще куда-то? А потом, если, понимаете, это вертикальная поляризация антенны, а у вас противник летает на горизонтальном. Реализация. Ему все равно, что ты там внизу с рыбом бегаешь. Ребята этого не понимают, потому что куплено в Китае. Переделано, шильдик повесен. Пошло. Кто-то показал, где-то показал. Вот, ура, понеслось. И продают сразу, потому что по телевизору показали. Просто везде должны быть профессионалы. Заниматься своим делом. Ну, я понимаю, кто-то, кому война, кому мать родна. Кто-то на этом зарабатывает. Кто-то действительно лезет, создает структуры. Создает фирмы. Собирает персонал. Пытается что-то сделать интересное. Более того, я вам скажу.